каждый раз, когда я выключаю свет, я вижу женщину. Она ждет в темноте. Я тоже ее вижу. Эта тварь преследует нашу семью. Мам? Мартин, что такое? Мы тебя разбудили? Что? Очень давно у меня была подруга Диана. С ней случилось нечто ужасное. Все мы боимся темноты. Именно этим она и питается. Выходите! Бекки, мы умрем? Нет, нам нужно больше света. Не включайте.